Гейски, ребята, меня зовут Фоулавиус, и сегодня мы с вами поиграем в «Я есть веган» зомби-битвы, ребята. Что ж, эта игрушечка, я напоминаю вам, что она похожа очень на растение против зомби, но только со своими фишками. И, ребят, в прошлой серии мы прошли юг этой, скажем так, юг огорода, а сейчас нам нужно на западные стороны отправляться. Здесь вот нас будут увидеть кукурузка доступна и новые какие-то авиации, я так понимаю. Ну что ж, ребята, начинаем. Так, капитан повержен. Да, это, кстати, ребята, босс, которого мы в прошлой серии уничтожили. Это великая победа. Теперь настанет черед бойца Западного фронта. Здесь нам нужно будет победить Наполеона среди зомби. Вот, кстати, ребят, новая операция. Цель — разбить войско Зомбаполеона. Ну, он такой, типа, Наполеон среди зомби. В общем, как-то так, ребята. Все, вперед. И новый боец, капитан Горох. О, ребят, вот теперь появился у нас этот горохострельчик. Капитанчик Горох. Пара очередей остановит любого противника. Бейте в упор. Так, ну я так понимаю, это какой-то аналог дробовика, что ли, на если говорят, что нужно бить в упор. И, ребят, смотрите, новая зона. Так, а, ну я понял, нам... А, ну да, да, ребят, смотрите, он стреляет как бы дробью и с большей... Ну, чем дальше радиус атаки у него, тем... Скажем так, рассыпается дробь. То есть, да, ребята, это боец ближнего боя. Но довольно-таки синий. У него получится сколько? 4 заряда, да? Я так понял. Так, хорошо, хорошо. Вот этого, кстати говоря, ребят, нам и не хватало. Потому что обычно у нас помидорчик был, скажем так, ближнего боя. Потому что у него там траектория полета вот этих его снарядов. Ну, там не сильно прикольная. А теперь у нас появился вот такой вот шотган. Вот я его буду использовать вместо, наверное, помидорчика. Или нам еще можно будет сюда поставить как бы четвертое растение, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Так, в принципе, с этой волной мы более-менее уже разбираемся. Так, зомби прут. Ну, ничего. Так, о, ребята, классно. Ну, как... О, заморозка нам выпала с неба на халяву. Вот это радует. Я уже думал, пройдут зомби. Но нет, нет, ребята. Так, хрюшку мы уничтожили. Так... Так, давай, давай, кушай, кушай, кушай. Бац, бац, все, отлично. И 300 монеточек мы за... А, да, 600 за все мешки со спасенными семенами. Мы получаем 600, хорошо. Миссия 2-1, да, это, то есть вторая зона получается, первая миссия. О, ребята, миссия освобождения. Огурец чахнет в клетке, а свободу зеленым. Эх, ребят, прикольно. Но я так понял, здесь нам не будет даваться возможность как-то выбирать растения здесь. То есть на каждое направление фронта будут свои какие-то юниты. Ну ладно, хорошо. Новый противник, ребята. Неуловимый, проворная птичка, летающая с огромной скоростью. Хорошо. Я так понимаю, против нее огурчик должен будет биться. Ой, ребята, ну да, конечно, огурчик у нас томится в клетке, и он очень далеко томится, поэтому... Дробью в него на такой дистанции стрелять не очень круто. Ну ладно, ладно, мы попытаемся и отбиться от зомби. И, ух ты, смотрите, на ближней дистанции даже свинозомби мы убили с одной тычки. Так, а ну давай поближе, птичка. Хе-хе-хе, поближе, конечно, конечно. Поближе мы и получила. Блин, нам здесь не хватает, конечно, сержанта тыквы. Он бы нам, инженера тыквы, он бы нам тут помог как никогда. Так, ладно, ладно, нужно не обращать внимания уже на семена, нам нужно, главное, спасти нашего, ребята, родового Райана. Ну, просто был такой фильм про Вторую мировую, и там нужно было спасти одного солдата. Так, так, ребята, давайте, огуречек, живи, давайте клетка, один уже прутик в клетке мы надломили, ребята, и практически все. А, ну видите, блин, нам надо было всего лишь эту волну зомби отбить. В принципе, уже дальше нормально пошло. О, дополнительно. О, ребята, мы, смотрите, в этом уровне практически ничего не потеряем. Нам тут дополнительные семена выдали. Отлично, отлично. Но птичку нужно уничтожать, потому что вот она противная. Да. Она, блин, ну, напоминает, конечно, попугая со второй части «Растений против зомби». Там у пиратов есть попугай. Юнит такой, довольно-таки неприятный. Он в наглую улетит и забирает у нас растение. Он просто утаскивает его куда-то. Так, достижение мастер дробовика. Да, ребят, видите, тут он тоже называется дробовиком. Вы 3D поражили цель всеми горошинами. Нормально. И достижение отряд. Так, вы освободили огурца. Блин, забавно он выглядит, конечно, с такими зубами. Даже не знаю, на кого он похож из обычного ПВЗ. Честно говоря, даже не знаю, реально... Может, он будет как качанопульда, то есть
снарядами стрелять такими сверху, как бы. Ну ладно, так, новый боец. Бомбардир огурец, ребята, да, кажется, я догадался правильно. Его атаки задерживают противника ядом. А нет, ядом? Хм, почему это у нас огурчик какой-то ядовитый получился? Непонятно. Ну ладно. О, неплохо, слушайте, неплохо. То есть это примесь, не знаю, дымника, что ли, какого-то. А урон-то он наносит? Да, урон тоже наносит. Нормально, нормально, да. Так, вот к нам птичка летит. Бабах ее. Так, кыш, птичка. Отлично. Не, слушайте, мне нравятся, ребята, эти новые растения. Они, конечно, немного иные, но все же мне они по душе. Так, птичка, 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 птичка. Ай, да, блин. Птичка нас сбомбардировала. Ой-ой-ой-ой. Зомби поставил могилку свою. Ну что ж ты будешь делать? Ее еще никак не разрушишь. Так, а ну давайте немножечко мы заморозим этих всех зомбей. Так, и нельзя дать вот этому... есть, отлично, зомби с могилкой до нас добраться. Вторую, по крайней мере, поставить. А то совсем будет беда. Так, ну все, ребят, это вот последние самые свинки идут к нам. Ну давайте, подходите, подходите. Разлетайте. Так, ребят, ну что ж, мы освободили. Ага, теперь у нас еще одна миссия освобождения. Великий кукуруза. Скоро ты будешь свободен. Воу, ребята, великий кукуруза. Хм, это прикольно. Ну, в обычный ПВЗ кукуруза стрелял, получается, чем он там стрелял, маслом и мог задерживать всяких зомби. Ну, а тут, видите, немножко по-другому. Походу, горошек у нас, точнее, огурчик у нас стреляет каким-то, ну, таким замедляющим ядом. А получается, опа, так. А получается, наш горохострел, ну, горохострел это горохострел. То есть, единственное, какое у него, скажем так, отличие, то, что он действует только хорошо на близкой дистанции. Блин, ну нам, конечно, здесь подсолнуха прям не хватает, ребята. Прям я бы хотел сейчас взять его. Но что-то, видимо, у нас не будет здесь выбора. То есть, ну, на каждую зону у нас будут тут отдельные, получается, юниты, отдельные герои. Так. Давай, птичка, птичка. Ой-ой-ой, птичка уничтожила наше одно симышко. Иди отсюда. Так, свинка проникает в наши ряды. Стоп, а что это мы за такое зелье собираем? Я вот не пойму. Это... что это такое? Какие-то бутылочки. Ну, это, понятно, монетки. А вот это что, бутылочки? Какие-то странные штука какая-то. Так, бац. Ах, нет, прошляпили один выстрел. Не надо так делать. Да отстань ты от нас, птичка. Хищная ты птичка. Но, в принципе, зомби уже перестали так интенсивно идти. Можно уже раздолбывать эту клетку. Так, давайте со всех орудий. Мне кажется, такая фишка есть, что если взять и не уничтожать какого-то одного зомби, ну, то есть он там будет сам себе идти потихонечку, то, в принципе, можно даже очень неплохо набивать урон. И, в принципе, это неплохо. Так, свинка заблокировала нам урон. Не можем наносить мы этой клеточки. Давай, 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 давай. Фигач, фигач, фигач. Так, почти, почти кукурузку мы, ребята, освободили. Нам еще нужно посмотреть, как ее, как она действовать будет. Так, давай, 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 давай. И есть, ребята, все. Освободили мы кукурузку. Какие у нее ножки странные, стрёмно выглядит. Так, вы освободили артиллериста, ребята, кукурузы. Да, ребята, это артиллерист. Угу. Что ж, хорошо. Так, зомби... Так, ну что ж, давайте очередная зомба. Так, артиллерист кукуруза. Один початок, пятерых зомби припечатает. Таких противных. Забавно, ребята. Ну что ж, давайте пробовать. Да, это все такая же самая пушка, в принципе, как и в первой части. Кстати говоря, во второй нету кукурузы такой. Там кукуруза, ну, это обычный воин. Птичка, конечно, меня немножечко раздражает. Ладно, как он... А, он как ракета стреляет. Ну, блин, все равно кабана с одного удара не может победить. Вот это, конечно, печально. Хотя, как-то перезарядка у него быстрая, что ли. Или нет, ну, у него же там, получается, несколько... А, ну да, это такой юнит, знаете, получается, поддержки. Он по всем сразу бьет. Так, ребята. Ну да, перезаряжается он, наверное, очень долго. Я прав. Или нет? Ну да, долговато он перезаряжается. Хотя, в принципе, сколько тут? 3 выстрела. Ну, довольно неплохо. Так, хорошо.
Так, птичка, птичка, давай-давай, подходи к нам поближе. Блин, мне нравится такие монетки собирать. Хотя, конечно, иногда это бывает и в ущерб нам немного так, потому что приходится отвлекаться. Ну ладно, ничего страшного. И вот она, ребята, финальная волна. Так, давайте фигачим залпом. Вот этим. Так. Отлично. Так, початок перезарядился. Так, замедляем газом. Дробовичок. И две последние свинки осталось. И давай. Давайте их с початочка убьем. Есть, ребята. Фух, все, победа. Ха-ха-ха. Зомби ликуют, ребята, и торжествуют. Все, миссию мы завершили. Что у нас тут за улучшение? Кстати, да, ребят, в следующей серии надо будет улучшиться потихонечку нам. Потому что уже достаточно средств у меня накоплено. Нужно будет огуречек прокачать и горох, ну и кукурузу, соответственно. Ну, а на этом, ребята, пожалуй, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то, естественно, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. С вами был, тем временем, был Славис. Адьос, амиго.